Находимся на границе, провожаем нашего друга и нашего клиента, который приехал из Кыргызстана. Его зовут Эмирлан. Эмирлан, что скажете? Спасибо огромное Мигрант Меди, потому что помогли трудную ситуацию. Я не знаю, если бы я остался в Бишкеке, что случилось бы. То есть я знаю, что у вас там были реальные проблемы, и времени там на визу и на прочее просто не было, не да? Не было, да. В общем, собственно, через 3 минуты мы уже заведем Эмирлана на границу. Соединенные Штаты находятся вот здесь. Это город Сан-Диего, до него примерно 15-20 километров. Итак, что сказать, если вы окажетесь в такой же ситуации, предпринимать меры для того, чтобы спасать себя и свою семью. Эмирлан, на кыргызском скажете то же самое? Салам тулангдар. Мигрант медиага чоң рахмат. Кени ушол мен кыйын учурда мага жардам беришти Ильяга жана Катяга. Эргелен десеңиздер, аттаныңыздар, ийгилик барыңыздарга. Да, и Эмирлан, что скажете людям, которые планируют, как вы, оказаться здесь? То есть, что вы им пожелаете напоследок? Да, я бы хотел пожелать удачи всем. Если реально вас преследуют, то тогда надо действовать. Да, пользоваться правом и пользоваться, действовать. Да. Ну, удачи вам в эмиграции, всем всего доброго. И привет с границы США, Тихуана. Пока. Привет.